Вот эти две бутылки поставил в ванную для выделения углекислого газа, насыщения в пиве. Смотрите, аж как бутылку выдуло здесь, нахрен. Надо же так выдавить дно бутылки. Такое давление здесь вообще не прожимается, как камень. Надо же там, сколько будет пенки в этом пиве. Классно, ребята. Тут раз я поставил. Вот это два. Тут тоже так немного выдавило, но немного. Но вот прожимаю. Практически не прожимается. Вон пробка как сдулась. Да. Ну, это из минералки. Бутылка. Поставил на всякий случай в ванную комнату. Самые критичные бутылки. Если взорвутся, ничего страшного. А так там стоят еще много.